Сегодня Россия отмечает знаменательную дату – 90-летие выдающегося композитора современности Андрея Яковлевича Ишпая. Он родился в Козмодемьянске, но чувашия по праву считает его своим земляком. Его мать чувашка, а сам Андрей Ишпай окончил среднюю школу номер 1 Мариинского Посада. И сразу же со школьной скамьи ушел на фронт. В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. Эту песню наряду с многими другими известными произведениями написал Андрей Ишпай. В Москве с юбилеем Андрея Яковлевича поздравил полномочный представитель Чувашской Республики при президенте Российской Федерации Леонид Волков и передал поздравления от главы Чувашской Республики. Ваш жизненный путь заслуживает глубокого уважения. Будучи участником Великой Отечественной войны, вы внесли весомый вклад в победу над фашизмом, за что были награждены орденом и медалями. После окончания войны и вплоть до сегодняшнего дня верой и правдой служили. Жить ее величеству музыки, говорится в поздравлении Михаила Игнатьева.